и запас воды снежного покрова в 1,5-2 раза превышает норму и практически в 1,5-2 раза превышает количество осадков, влагозапасы прошлогодние. Значит, вот начало марта нас радует такой хорошей погоды, первая декада. У нас получаются такие ночные температуры отрицательные, но гораздо температура доходит до 9. Постепенно снежный покров оседает, уплотняется, но тем не менее осадки идут. И ожидается снег, мокрый снег в большинстве дней до первой декады. 6-8 мы ждем похолодания, причем похолодание достаточно интенсивное. 6 числа в течение дня температура понизится до минус 20 градусов. И 7-8 международный женский день начнет температуру 20-25. Дневные 6-11 скалы. Так. И что дальше? По прогнозу, мы сами прогноз максимальных уровней, даты вскрытия, мы эти прогнозы не составляем. Этим занимается у нас Новосибирское управление правительственной службы из Новосибирска. Предварительный прогноз у них уже составлен, но он находится на утверждении в Москве. Он не очень такой надежный. Там они дают значительное активное снеготаяние и достаточно высокие уровни по всей Кемеровской области. И уровни подтопления, они пока не озвучены, но они будут превышать среднее значение, может быть, они не дойдут, конечно, до наших страшных наводнений 77 года 2004, тем не менее, уровни считают высокие. Годом аналогом, опять-таки, по долгосрочным прогнозам Западно-Сибирского управления выбрали 83 год. Хотя климат, в общем-то, дальше 30 лет сейчас не особо соответствует, но тем не менее. Год 83 был достаточно уже грустный у нас. У нас был была теплая очень зима, а потом в течение года были теплые месяцы только март, июнь и октябрь. Апрель был вообще аномально холодным, и температуры не поднимались, и поэтому снег у нас растаял только 28 апреля, сошел снежный покров. И поэтому было сразу полное активное таяние, и превышение уровня, максимальный уровень тут был в Тайне были порядка 580 сантиметров, в Кондоме 530 сантиметров. Но этого тем не менее хватило для потопления. Ну, как обычно, у нас каталитная площадка, круп сводник, ну и все, что там, фаштаг. А по Кондоме это все наши садовые участки. Не так, как в 2004 году, тоже достаточно хорошо подтопило. В целом, конечно, прямую взаимосвязь между снегозапасом и максимальным уровнем воды для горных наших районов, для горных, таежных районов, нельзя сказать, что она линейная и такая прямая. Это такая взаимосвязь очень четко прослеживается в степных и лесостепных районах. В том же 83 году север области там значительно сильнее, чем мы поем. Но и как обычно, как правильно сказал Сергей Николаевич, что возникновение чрезвычайную ситуацию основную роль играет фактическая погода, то есть количество осадков и период их выпадения. Но в любом случае прогнозы настораживающие, что предварительные, что в годы аналоги, и поэтому надо быть готовым к возникновению таких достаточно неблагоприятных ситуаций в смысле погоды.